Я сделал выбор, поставив кассету рэпа. Кто-то, возможно, примет рэп, поставив трек этот. Кто-то не знает, что из трэп и твердит рэп это. Но мы верим в рэп, детка, мы подсели крепко. Я сделал выбор, поставив кассету рэпа. Кто-то, возможно, примет рэп, поставив трек этот. Кто-то не знает, что из трэп и твердит рэп это. Но мы верим в рэп, детка, мы подсели крепко. Меня как будто подменили с этим рэп-тейпом. И кто-то слушает Тейкон, а я Stone Throw Label. Я слушаю Мэтлиба и хочу апгрейдинг. Скупаю винил и клепаю бит этот. Мне кайф залипнуть под старые записи на часок. Пусть это джаз, фанк, соул или даже рок. И я бываю, делая бит, опомнюсь. 7:00 утра, какая новость. Я сделал выбор одним рэп-тейпом. 91 год, no Dubai Nature. Скупал кассеты у школьных кентов за гроши. Еще не думал, что подсел на этот рэп-шит. И русский рэп пришел в мой город, я понял. То, что рэп это мой гон, и я им болен. То, что рэп это мой выбор, я выбрал. И расту на записях Дилы и Мэдлиба. И я пишу бит таким, каким вижу весь ритм. Закончил бит, стою довольным, но убитым. И я пишу всем, но как для себя сам. Но на 100% бит мой понял лишь One. Я сделал выбор, поставив кассету рэпа. Кто-то, возможно, примет рэп, поставив трек этот. Кто-то не знает, что из трэп и твердит рэп это. Но мы верим в рэп, детка, мы подсели крепко. Я сделал выбор, поставив кассету рэпа. Кто-то, возможно, примет рэп, поставив трек этот. Кто-то не знает, что из трэп и твердит рэп это. Но мы верим в рэп, детка, мы подсели крепко.